Начало работ по организации русла. Это вот работа проводится по вашей инициативе, да? Да, по инициативе. Правильно, давно пора было. А что именно здесь, а вот не туда, где было раньше русло, то старое было? Но дело в том, что я не имею права на чужую территорию. Понятно, заходить. Понятно, все. Поэтому... Должен был горсовет этим заниматься, да? Да, должен заниматься город с этими вопросами. Значит, я уже говорил депутатам Нахимовского совета, чтобы они принимали участие. Они приезжали, пообещали помочь. Но вот в течение месяца никакой помощи, никаких результатов не было, поэтому мы приняли решение к сезону привести в порядок и русло вернуть на прежнее место. Вы представитель ДОУ «Радость», да? Да, директор детского лагеря «Радость». Очень приятно. Сергей Викторович. Очень приятно. Спасибо большое. Мы об этом воюем уже, знаете, сколько? 3 месяца уже. Сделали сын. Да. И этот сын, он, получается, его садостыкло песком, и река в ту сторону совсем не поворачивается. Да, она идет туда, где выбран песок. У нас в Любиловке найден камень. Андрюш, что сказали эксперты по этому камню? Рустовая обработка, античная. Понятно. Это вот херсонеситы применяли такое в фундаментах баз. И откуда же она здесь взялся, интересно? А вот черт его знает. Ну тут костей, кстати. Ну пусть нам ничему. Ладно. И вот... Так, процесс пошел. Работы пошли. Дальше снимем обед. Вот уже процесс пошел. Осталось прикрыть центральное новое устье. И река сама будет размывать там дорогу. Надо успеть сегодня до вечера. Ветер поднимается, будет шторм. Пока, как говорится, обеденный перерыв. Самой земли, что когда строили на Радиогорке дома, там разрабатывали фундаменты, а там были старые захоронения. Михайловское кладбище, да. И вот сюда вот это вот ручье там скидывали эту землю. Может быть, поэтому здесь оказался такой камень, которого здесь, по идее, не должно быть. Обработанный камень. Камень большой, видите, оказался у нас в устье реки Бельберг. Лежит. Да. Все, процесс пошел, перекрытие основного русла. Пусть вернее. Да. Ого. Там пошел на подъем.
вам сказал, где глина закончилась. Нанос песка и все. Устьем реки Бульбек. Сегодня к вечеру этого уже может не быть. Запомните этот день. Вот на уровне глаз, а получается где-то 1.5 моих роста, значит 2.5 метра не меньше. Берег. Волнение усиливается. Ночью больше. Чайки на берегу. Ладно, ладно, чего же я снимаю? А, базируюсь. Очень жаль. Первая попытка перекрыть устье реки увенчалась неудачей. Скорее всего, по причине поломки трактора. Либо слишком слабенько получилось. Сейчас реки уже сброс пошел в море. Прокопанному руслу. А вот он пытался здесь брать. И садится, видно, и ничего не идет у трактора. Слабоват трактор.